Дом художника, выставка художественных работ. Ну, в основном картины, есть немного фотографий и, ну, там буквально парочка скульптуры. Ну, в общем, интересно. Мы не пожалели, что мы сюда пришли. Сейчас я нахожусь на втором этаже. Так, свет бликует, ну, извините. Выставка на двух этажах, сейчас я нахожусь на втором. Тут представлены детские работы. Это называется «Осень пришла». Это мост Бетанкура. Тут какие-то портреты. Сад радости. Это называется «Карельские пейзажи. Рассвет». Это называется «Лесная поляна». А вот и котики, точнее один котик. Это тоже, оказывается, называется кисуля. Панорама Екатеринбурга. Ну, по-моему, это какой-то очень разнообразный архитектурный микс. Матильда Кшесинская, эта картина называется. Аллегория жизни называются эти цветочки. Ну, по-моему, можно было назвать скромнее. Но, по-видимому, белый цветок отцветает, а розовый расцветает. Называется «Контраст вокруг», авторская техника. Тут как-то... Даже не знаю, ну, немножко она объемная, как будто бы темный цвет, потом белый, а потом проскребли. Такие дощечки. Вот к этим картинам автор даже какие-то сказки написал. Здесь копии известных картин, но потом они еще и сфотографированы. То есть, ну, картина сфотографирована. На этой стене в основном представлены работы, которые нарисованы, а потом сделана фотография с них. «Равновесие» называется эта картина. Это элегия, по-моему.
Ожидание. Ну, пойдем, ожидание, как-то спелое яблоко упадет в ладонь подставленное. Вот эта серия картин или фотографий называется «Возрождение». Не знаю, возможно, это реставрации посвящено. Остров Новый, Италия. Автопортрет вот этой девушки. Журавли. Полнолуние. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть оригинал. Я уверена, оригинал все-таки интереснее, чем сфотографированная картина. Пазл какой-то. Ну, якобы пазл. Верхняя картина называется «Знание», а нижняя называется «Дракон». Стеклянное королевство. Так, вот картина, которая подвигла нас на посещение этой выставки. Она называется «Море волнуется». Ну, конечно, хотелось бы увидеть оригинал. Ну, здесь тоже сфотографированные. Нет, не сфотографированные картины, которые срисованы, можно сказать, да, срисованы с фотографией. Ну, мне кажется, это не совсем правильным, потому что зачем перерисовывать фотографию? Фотография, она уже есть. Зачем ее рисовать-то? Мне вот это понравилось. Осенний пейзаж. Вот так. Меня не надо отражать. А вот тут такое вот впечатление реальной тумана, объемности такого осеннего леса красиво. Ворон. Мудрость природы. Нижняя называется «Планы на вечер». Верхняя называется «Кудбай». Вот это очень тщательно выполнено, прямо со всеми подробностями. Это двери Гатчинского дворца. Еще котик. Ну, вот это, насколько я понимаю, фотографии. Ну, как-то художественно обработанные, наверное, да, как фотошоп. Тут так и написано, что это фотография. А вот это рисунок на кленовом листке. Может, не очень хорошо видно, отсвечивает. Так, плохо видно, да? Вот тут получше. Рисунок на листочке. Материал доступный. Хотя сама картина стоит 20 тысяч. У некоторых картин, не у всех указана цена. То есть можно купить. Но я бы за 20 тысяч что-то не купила, скажу честно.